что да, работа, что запомнили. Это самые коренные жители нашего. Да. И это настоящие предметы из настоящей упряжи самской, возможно, конца 19 века. Бывшего использования. Так, куваксы. Кувакс. И в основном они ездили на кереже. Они все на кережах ездили, это пока... Это лодочка. Да, такие лодочки с полозьями. Пока не заменили на нарты, но это уже более восточных народов пришло к ним. А вот там этот поменьенцев. Лосик, он использует... Это олень. Это голова северного оленя. Голова северного оленя. Настоящий, на ней, кстати, хомут. Тоже настоящий. Да, настоящий. Из коинсамской упряжи. Сейчас, опять же, упряжь на оленях не традиционно используют, а, опять же, от коми ненцев переняли. Так, это вот у нас это... скользкий период. Самый главный это человек. Это Ферсман Александр Евгеньевич, который начал организовывать сюда с 20-го года, 1920-го, первой экспедиции. Вот на карте его маршруты. Вот Хибины, озеро Имандра, железная дорога до Мурманска. Здесь Большой Вудьявр и Кировск рядом. Здесь, да, мы катались. Вот здесь Кировск. Южные и северные склоны. Да, 25-й километр. Это мы сейчас здесь. Да, здесь вот снежные деревни находятся, Ботсад где-то здесь. А вот станции, ну их туристы хорошо знают, станция Хибины. Нефелиновые пески, Имандра. Вот основные три станции, на которых можно сойдя с которых можно пойти сразу в Хибины летом или весной. И вот когда Ферсман ехал сюда, он в составе научно-промысловой экспедиции, вообще они ехали теоретически в Мурманск, но остановившись здесь, он вышел и нашел такие минералы, которых он не знал, хотя уже тогда он был академиком и директором минералогического музея. И для него это был вызов. В том же году, в сентябре, он собирает сюда первую экспедицию, и вот это зелененьким. Они ходили в местах, где сейчас очень любят туристы ходить, вот в западных Хибинах. Они всего 2 недели ходили, но собрали интересные с точки зрения науки материалы. С точки зрения промышленности, интересные они нашли уже в 21-м году. Это другая часть Хибин, это юго-восточная. Тут они нашли впервые минерал апатит. Ну, то, что он есть в Хибинах, уже и до них был. В общем, мире он тоже был известен, как вчера показала. Апатит. Но в таких количествах огромных, причем с выходами уже на плато, нашли его здесь впервые. Куда его положили? Где его нашли? А, все равно. А, нашли-то его в долине, в которой мы сейчас с вами находимся, вот в этой долине. Но она такая, ну, он просто ее здесь загромоздит. И с каждым годом, вот тут видно, вот в течение всего десятилетия Хибины шерстили многочисленные команды последователей Ферсмана, все с ним были связаны, да, геологи, и в основном занимались проблемой изучения апатита, сколько его, где он залегает, почему он их сразу заинтересовал, потому что в нем есть очень много, большое содержание фосфора, оксида фосфора. А фосфор это обязательно для удобрений, для зерновых культур. То есть пшеница, рожь растут и колосятся благодаря внесению, обязательному внесению фосфорных удобрений. В те годы, это были 20-е годы, мы покупали фосфорные удобрения у Марокко за золото. А оказывается, у нас под носом есть столько фосфоросодержащего сырья, что мы не то, что марокканский покупать, мы можем его, перерабатывая, продавать его. И да, но нам это стоит вот этой горы, например, на данный момент. Нам стоит вот этого кусочка этой горы. Забегая вперед, это было с 29-го года. Сюда люди приехали, чтобы заниматься добычей апатита. И сейчас уже какой год, да. За это время очень много было. И не только кусок этой горы, вот он здесь не поместилось, добыто. Вот здесь практически огромная воронка на месте горы. Вот здесь вот юго-восток Хибин представляет собой многочисленные карьеры. Долина реки Вонь-Миёк, она наполовину засыпана уже вот этими отвалами, карьерами, потому что предприятие ведет свою работу. А меняется микроклимат? Микроклимат в Хибинах, ну, не так давно стали изучать, с 30-х годов уже метеорологи стали заниматься изучением климата, поэтому
Ну, я думаю, еще это для статистики маловато, чтобы заявлять о микроклимате. И я так понимаю, еще вот, так как удалилось видео, у нас Хибины – это древнейшие горы, в принципе, на планете. Они считаются с Уральскими горами ровесниками, да. Как горы, именно вот горный массив, неразрушенный. Породы есть древнее намного, но именно чтобы горы были древними, да, они считаются в России точно они древнейшие, но на всей Земле я не нашла информацию о более древнем массиве. То есть Хибины растут? Да. У нас же, мы же не живем, хотя поверхность земной коры остыла в большинстве мест, но она не, это нам кажется, что она статичная. Она как-то дышит, шевелится, какие-то части приподнимаются, какие-то опускаются, там вулканы срабатывают, какие-то тектонические трещины образуются, какие-то участки выпирают вверх, растут, а какие-то понижаются. Да. Как интересно. Так что мы растем. Так это все уже макеты построек 29-го года, ну и ну, там 28-го года, всех вот этих изучений. То Киров, это политик, это человек номер два в государстве, это тот, кто дал зеленый свет на освоение Хибин. Потому что слово апатит даже такого-то не встречали толком. Вот фосфориты все знали, апатит нет. И в такую авантюру ввязываться на высшем уровне, давать деньги на разработку непонятно чего, не каждый бы стал, но Фершман убедил Кирова. Киров послал сюда людей, финансы. И вот с 29-го года начали крупать вот эту гору. Апатитовая гора от Рокуки-Сумчур. Тогда же появились первые строения у нас вот здесь, вот в Лопарской долине, где мы с вами находимся. Отсюда пошла вся жизнь в Хибинах. И тогда же образовали крест апатит. То, что сейчас надо, чтобы это был свободный город. Вот и все. Крутитесь как хотите, приеду, проверю. Но это я уже нашим языком объясняю. И вот всем задание было дано. Кондриков – это тот человек, которому пришлось как раз крутиться и вот это все с нуля возводить. И он действительно за кратчайшие сроки, то есть это 1 января 30-го года, а в 35-м году, если сделать скачок, вот мы в следующем зале увидим, здесь был уже и город, и фабрика, и рудник, и не только здесь. Вы Мончегорск проезжали? Да. Мончегорск тоже строил Кондриков, но это вот находилось на той стороне Зеленоградья. А вот этот Северо-никель комбинат тоже он устраивал. То есть у него два города, получается, заложил, основал, участвовал в организации 29 лет. Двух городов, ну в 35, ну, получается, да. Двух городов, там двух крупных трестов, плюс у них под его начальством тоже была разведка геологическая в Лавозерских горах, плюс у них была куча хозяйств, рыбные хозяйства, лесные хозяйства, вот это вот все. Кандалакшская электростанция, но вы не на поезде приехали, поэтому не видели, когда на поезде едешь, видно ее, это ГЭС на реке Нива, тоже он строил. Перемещался он по всему этому Кольскому полуострову, либо в собственном вагоне, ну да, потом не надо ездить. Он в этом вагоне жил, он принимал посетителей на колесах постоянно. Либо, если ему нужно было в Мончегорск, и не всегда хорошая погода, там на катере плыть, у него был свой вот первый гидросамолет. Это был у Кондрикова, чтобы летать вот сюда, 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 вот, на самолете летал. И вот, несмотря на то, что он здесь все начинал, в общем-то, честно выполнял заветы партии, год смерти у него 37-й. Вы можете догадаться, да, что он не от ангины умер. Он здесь... А где он людей-то взял? Это в следующем зал. Потому что власть, конечно, огромная, но полномочия огромные, но и, в общем-то, задание тоже на чистом месте строить все. Но и завистников, соответственно, было много. И после смерти Кирова в 34-м году уже его никто... У него не было высокопоставленного товарища, который бы за него заступился. И вот доносы, арест, расстрел, нелепые обвинения, то есть его, грубо говоря, без суда и следствия расстреляли. Князь, как князь Кольский. Князь, да, Кольский. Если это набрать даже в интернете, то выйдет вам, выйдут статьи о Кондрикове как раз. Это план? Да, это уже на 29-30 год уже план, 250 тысяч тонн, а людей
Ну, вон приехали первые 16 человек, ну, потом рабочие подъехали 100 человек. А где брать людей? Где брать? Ну, да, для самых сложных работ все-таки заключенных ГУЛАГа использовали. Они железную дорогу клали, и первую дорогу, вот по которой вы проехали, вот этот путь, по которой вы от Апатитов ехали сюда. Вот это заключенные прокладывали. Да, в заключенных в ГУЛАГе можно было купить специалист. Крепостное право нас отменили, но с ГУЛАГовскими, вот с ГУЛАГовской системой была в прямом смысле торговля. В аренду взять можно было специалистов, вот геологов, инженеров высшего класса. Что они там сидят на камне, ворочают на строительстве, да? Если они могут здесь действительно составлять какой-то уже проект рудничных выработок. И вот, например, инженера Петра Владимирова, да, его выкупили, он самый дорогой работник, ГУЛАГу были заплачены деньги за него, и он работал здесь и жил как свободный человек уже. Вот, но а где взять остальные, ну, тысяч хотя бы пять на первые полгода людей? Когда говорили, что это должен быть город свободных людей, вот лучше вот этих снять сейчас, потому что вот они, свободные люди, которых сюда привезли. Они не сами приехали, это были раскулачены. То есть их можно назвать спецпоселенцами, трудопоселенцами или раскулаченными крестьянами. Посмотрите на эти кулацкие лица. Вот они, будущие строители Хибиногорска. Чтобы быть кулаком, достаточно было иметь, например, зеркало, там, лишнюю корову, вторую лошадь. Все, ты богатый и зажиточный. Достаточно было иметь большой хороший дом, неважно, что в этом доме живет, ну, сколько человек. Наши односельчане пишут в сельсовет на тебя бумагу, что ты кулак, тебя ссылают. Вот так семьями ссылали с многих регионов, но в основном с ближайших к нам Вологодской, Архангельской области. Финнов к нам ссылали, вот их привозили огромной семьей ради того, чтобы мужчины работали на руднике. Вот они поехали. Никакой механизации, автоматизации не было. Приходишь на работу, час откапываешь свой забой, час вручную практически вот поначалу добывался апатит. Вон там на фотографии мужчина с кувалдой, эта профессия называется разборщик. То есть, если после взрыва у тебя остаются, ну, вот, куски апатита, грузишь их в тачку, везешь на вагонетку. Ну, если вот такие большие куски, то ты их уже долбишь кувалдой. То есть вручную вот так вот долбить камень, 8 тонн в смену средняя. Ну, на человека? Показатель, да. Это ну, надо столько выдать? Столько выдать? Да. Ну, смена-то 10 часов рабочий день шел, и так что, в общем-то, можно было уложиться. Зачем привезли вот этот багаж? И свободы немного, и все, да, ну вас и в горе, через горы ушел там пешком, да, все горы да. Не отцепишь. А когда у него вот эти все сидят, голодают, конечно же, никуда будешь не работать денешься. И будешь выдавать побольше, стараться, и пойдешь в ударники, чтобы получить дополнительный паек. Эти, конечно, не все работали, но им такие крошки, копейки женщинам платили, и детям, это вообще как-то вообще мелочь была. Опять же, они были свободные. Свободные. Ну да, да. У них не было при этом документов, права выезда отсюда, права их детей на обучение в вузах, права выезда детей отсюда не было, возможности голосовать, там, принимать участие надо в жизни города, плюс из их зарплаты вычитали от 15 до 5% денег. Ну, как по слухам, это шло на охрану. Милиция приехала первой, надо было ходить отмечаться. Но в отличие от тех же заключенных, они не жили за колючей проволокой, не жили в бараках. Поэтому условно они были свободны и жили намного лучше заключенных. Смертность детей спецпереселенцев за нее, за высокую смертность, могли по шапке получить те, кто занимался, ну, те, кто сидел в верхушке, в совете. Заключенных никто не считал. В общем, под каждой шпалой там зэк лежал, есть такая поговорка. Но, тем не менее, они считались условно свободными. Тем более, в конце 30-го года уже электростанцию построили, уже механизация пришла, фабрику здесь же построили к 31-му году. Вы сейчас только, да, в Кировский фермерат? Вот. Потому что вот она, фабрика «Красавица», сначала было несколько корпусов, к 80-м годам это уже была довольно большая площадь, где-то четверть площади современного города занимала фабрика. Но в 90-х ее закрыли,
потому что уже по мощностям не справлялась, модернизировать, расширять их было невозможно. Но и с точки зрения экологии тоже, вот этот вот дым-гул, он у нас в чаше Кировска держится, вот эти все сбросы шли в реку, это как бы с точки зрения экологии было не... Это было плохо. И вот интересный факт, если начальником строительства фабрики был Николай Николаевич Воронцов, то человеком в 90-е годы, закрывшим фабрику, был один из министров Министерства экологии, тоже Николай Воронцов, внук. Он был внуком этого Воронцова. Дед его строил фабрику, а внук закрыл. Вот такие перипетии случаются. Но к нам все-таки небольшой процент людей, которые романтики, приезжал сюда. И в частности, комсомольцы по комсомольским путевкам, там, любители наживы, уголовные элементы, алиментщики беглые, и, ну, просто творческие люди. Таких небольшой процент был. И вот Лев Ашанин, известный впоследствии поэт-песенник, он у нас вот на этой самой фабрике работал. Он работал инженером, но стихи писал. И впоследствии забросил инженерное дело и пошел вот этим поэтом-песенником. Все вы знаете его песню «Пусть всегда будет солнце». Да вы что? «Издалека долго течет река Волга». Еще песня ваша. Эту песню запевает молодежь. Гимн Союза молодежи тоже написал очень много песен. Что-то многие до сих пор нас так. Да, начинал все у нас и писал, что ему в Хибинах, где его комсомольская молодость прошла, у него появилось вдохновение и жажда писать стихи. Он стал потом почетным гражданином города и приезжал к нам периодически, пока он жил. 1 года вот это вот огромное поселение получило статус города, думали, как назвать, и остановились на варианте, предложенном Ферсманом, Хибиногорск. Ну, Хибиногорск – это вот первое имя у этого города. Кстати, вот такая картина, не картина, а фотография, она висит в музее-квартире Кирова у него в кабинете. Почему эту сторону взяли? Я вам сейчас примерно покажу, где что. Вот это озеро Верхнее, помните, вчера проезжали, вот оно. То есть центр города, вот не центр, а вот где я живу, это вот где-то здесь, на холме, получается, вот так. А вот здесь лестница ведет вниз, вот здесь вот главная площадь. Вот эта часть, вот у нас сейчас вот так все идет. А вот этот кусок, сейчас это пустырь, на котором раньше располагалась фабрика. Но тогда, в 30-х, когда фабрика занимала вот совсем небольшую площадь, вот это вот побережье у речки Белой, это была главная улица. И сейчас кусок только остался, вот улица Хибиногорская. И вот эта часть с рубленными бараками, вот она красивая, да. Вот здесь мы не видим, потому что далеко, и там бы не стали фотографировать, потому что там как раз палаточное жилье. Когда вот эти спецпереселенцы приезжали, вот их привезли сюда срочно, эшелон привезли людей. Лес наш вы видели, да, у нас тут особо из него ничего не построишь. Но то, что построили, я думаю, это было привозное все. Жили в палатках. Армейская палатка на 25 человек, двуслойная. Зимой между слоями вставляли войлок, и там жили от, ну, стандарт 25, да, до 70 человек могли впихать. То есть там нары строили, ну, считая детей. Но представляете, вот в такую погоду, у нас 9 месяцев снег лежит в году, между вами и сугробом, вот войлок и два слоя палаточной ткани. Да. Вот и все дети, потому что вспоминали, дети, они играли, они... Вот, говорит, залезешь под палатку, и ты уже на улице, все так, пола не было. Вот, у женщин, которые спали около стенки палатки, у них волосы промерзали к этой, прямо к лежанке, да. Поэтому вот смотришь по фотографиям, почти у всех короткие волосы. Во-первых, и мода такая, во-вторых, тогда были эпидемии, вот этого тифа, вот эти вши всех заедали. Поэтому волосы выгоднее было иметь короткие. А у нас еще и косы длинные, это примерзнуть могли. Ну, сказать по справедливости, если вот вы спецпереселенец, да, вы комсомолка, вот энтузиастка, приехали вот в одно время, вы свободный человек, вы не свободный, но поселить вы смогли в одном, либо в одной палатке, либо в одном бараке. Там как-то не было у нас вот именно вот этого большого разделения. Да, разделения. Ну, все-таки впоследствии стали строить щитовые дома, это такие конструкторы из досок. То есть, вспоминаем разборщика, ты поработал на руднике 10 часов, 6 дней в неделю, хочешь своей семье комнату в дощатом бараке,
Не хочешь жить в палатке или в шалмане, это такая типа будки собачья такая огромная. Давай после работы с товарищами собирайся, иди строй. Собрали в этот домик, тебе гарантированно там будет комната. Там кому-то на 8 человек одна комната, кому-то на 2. Неважно, но это же лучше, чем в палатке жить. Поэтому люди довольно быстро все-таки сами построили, что вот эти палаточные, что вот эти вот бараки, и что, насколько я слышала, в 30-х годах вы доехали в нашем поселке до самого конца, там каменные здания. Угу. И вот эти вот первые каменные здания тоже строили сами, потому что жить захочешь, еще не то построишь. Эко специального по, кстати, в честь него у нас улица названа. Шилейко. Иван, да, Шилейко. Пришлось выписывать эпидемиолога. Ну как выписывать? В командировку послали. Абсолютно свободный человек. Но из командировки его отсюда просто не отпускали. Вот он все хорошо тут устроил, эпидемию остановил. Отлично, оставайся еще. Приехал на 1,5 года, остался на 35 лет. Даже есть такая статья о его жизни. Да, и вот потом так сложилось, что ему было отсюда не уехать. Ну, потом у нас сюда приезжают учителя, врачи, поскольку детям нельзя учиться, а город-то растет, вот этих, кого навезли, кто выжил, детей много умирало, но кто-то же выживал, отпускать их никуда было первое время нельзя, дети спецпереселенцы, врагов народа, а куда, чему их учить? Вот здесь сделали акушерскую школу фельдшерскую, то есть акушеры, фельдшеры, медсестеры, медбратья, до сих пор это существует в Апатитах, как медколледж единственный в области. Потом горный техникум создали, теперь это один из филиалов Мурманского арктического государственного университета. Ну и чтобы людям было не скучно, чтобы они не выдумывали заговоры и побеги в свободное время, если оно у них было, очень активную культурную жизнь организовывалась. Ну вот, кстати, кукольный театр, который... Одно из развлечений того времени для детей придумали. Его в Кировске сейчас нет, но это теперь областной кукольный театр в Мурманске. Они просто туда переехали. Ботанический сад придумали организовать, пожалуйста. Он до сих пор существует как ботанический сад-институт. Ферсман предложил научную станцию на берегу озера Малого Дьявола построить. Он же помнил, как они там страдали. И придумала, что если сделать такой научный центр и гостиницу, и лабораторию, библиотеку, все. И все это вот стояло в горах, озеро Малый Дьявол. Потом она сгорела в 45-м году, но как организация она не исчезла. Она переехала в 60-х в Апатитах, и теперь весь академгородок и статус Апатита как наукограда. Все это выросло, и все это благодаря тому, что когда-то в 1931 году здесь была построена научная станция ТИЭК. То есть в том зале мы видели, Киров приехал в 1930 году, 1 января, что там было несколько домиков и около сотни человек жило. Он приехал в 1932, и уже все, уже каменные дома, фонтаны, строился звуковой кинотеатр, уже был и совхоз свой, уже была и научная станция, уже и население было больше, чем сейчас, кстати, было. Ну, или около того. И он был поражен приятно, хотя ругался, конечно, и делал замечания. Собирался приехать еще через 2 года, но в 1934 году он был убит, и его, наш город, переименовали в Кировск. Справедливости ради хочется сказать, что раньше, когда Хибиногорск, вот это первое имя, выбирали, Кировск тоже был предложен. Угу. Ферсмановск, Карпинск предлагали. Но Киров, он, в отличие от Иосифа Виссарионовича, был нечистолюбивым. Он был жестокий человек, но нечистолюбивый. Он сказал, вот не надо под халимажа, давайте как-то так пооригинальнее. И у нас сейчас до сих пор идут дебаты. Многие говорят, давайте вернем Хибиногорск. Но кто-то остается за Кировск. В общем-то, и то названия, они оба исторически верны. Да, и... Если бы не Киров, у нас, может быть, тут была бы зона как где-нибудь под Воркутой, да. Но, опять же, Хибиногорск – это более оригинальное название. С Кировском даже сейчас, во времена интернета, у нас большие проблемы. Постоянно путают Кировскую область, Кировск из Ленинградской области. Вот, а тогда люди вот сами писали, что в честь Мироныча бы хотели, чтобы город переименовали. Потому что Кирова люди все-таки любили, ибо он был простой в обращении, харизматичный политик. Вот, а как считали люди, что те, кто сверху, те, кто нами управляют, они просто не знают о наших бедах и о том беспределе, который творит там.